Добрый день, дорогие друзья, недорогие недруги и дешевые недоброжелатели. Я приветствую вас из солнечной Испании. Правда, сегодня с утра хмурится, и мы надеемся, что наконец пройдет долгожданный дождь. Но сейчас речь не о том. Я вам расскажу, как я ездила в очень интересное место. Там люди живут в пещерах. Город Сетениль-де-Лас-Бодегас находится всего лишь в 18 километрах от Ронды, о которой у меня есть отдельный рассказ. Ссылку вы найдете в описании под видео. Здесь, как и тысячелетия назад, многие люди живут в пещерах базальтовой скалы. Их дома являются продолжением расширенных природных пещер. В таком жилье свой микроклимат. Летом здесь прохладно, а зимой тепло. Скала нависает над головой и кажется, что может обрушиться в любой момент. Но история этого поселения насчитывает более 8 веков. И за все это время не было ни одного обрушения базальтовых скал, которым, кстати, уже не 1 миллион лет. Так что миллионы лет скала не упала, и дай бог еще столько же простоит. Первоначально жилища строились только в пещерах, но в XII веке город стал интенсивно расстраиваться и появились дома на склонах гор. На вершине были построены кафедральный собор и ратуша, а также замок, от которого сейчас остались башни и стены. Кроме необычной архитектуры, город также славится своей мясной продукцией, признанной лучшей в регионе. Гурманов ждет огромное количество баров, кафе и ресторанов. Надеюсь, вам понравилась эта прогулка. Будете в наших краях, непременно посетите Сетениль-де-Лас-Бодегас.
На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока!